Роскошный зал, дамы в изящных платьях, кавалеры в сдержанных фраках. Это первый бал для пары Кирилла и Джасмин. Ребята готовились к нему несколько недель. Говорят, чтобы окунуться в атмосферу исторических событий, много репетировали. А вот наряды подобрали быстро. В них они чувствуют себя гармонично. Когда ты надеваешь фрак особенно, ты ведешь себя даже по-другому, разговариваешь, двигаешься тем более. Полонез, полька, кадриль, череда вальсов. В танцевальном вихре закружились школьники, обучающиеся в духовно-просветительском центре «Кириллица», и ребята, отдыхающие в детском санатории «Юность». Молодежные балы самарской митрополии возрождают в Самаре давние традиции. В России балы появились при Петре. Первый прошел в 1718 году. К середине 19 века они получили широкое распространение. К примеру, в Санкт-Петербурге и Москве их проходило более 1000 в год. Я думаю, что вот передача детям вот этой традиции поможет им состояться в этом непростом мире, когда очень много соблазнов, смешение этих понятий, поможет обрениться с выбором вкуса, красоты. Елена Малютина, Константин Головин. События.